хорошо, действительно. Немножко потерпеть надо. Да, половину прошли мы больше. А что Вера купила? Какую-то шляпу? Шляпу какую-то купила Вера, нет? Это Саша купила коробочку. Зачем? А Саша там еще осталось? В магазине? Да. Ага. Дом заброшенный. А? Заброшенный дом. Я поняла, вы это.
ударилась. Ну, все хорошо, там они не ударилась. Чуть-чуть. Она ж не ударилась. Колено ударилось. Подхватила ее. Подхватила, она все равно подставила. Может быть, как не можно.